Во время весеннего паводка на территории города пострадало несколько садовых обществ. Они были затоплены талой водой. От удара водной стихии некоторые дачные домики разрушились, к другим прибило много мусора. Для того, чтобы не оставлять дачников один на один с проблемой, городской акимат вывозил мусор бесплатно с садовых обществ. Однако, по словам акима города, владельцы дач сейчас уже просят вывозить бесплатно и бытовой мусор. Люди уже привыкли, и свой мусор уже бытовой выкладывают, пишут, звонят, говорят. То есть забыли садоводческое общество, чем раньше они занимались. Но перекладывать на нас не стоит, будем наказывать. Остальной мусор, который сегодня есть, садоводческое общество собирает средства со всех дачников, поэтому вот сразу обращение к ним. Занимайтесь своей работой. Все, что мы могли, мы помогли. Также рассказал Марат Жандубаев и то, что, возможно, в этом году приступят к изъятию домов в районе Колесные ряды, которые также пострадали от паводка. По словам акима, жители домов сами изъявили желание и попросили включить их дома в проект детальной планировки. Приступить к работе должны осенью, но все зависит от финансирования. Малый пешеходный мост. Пришла сейчас официальный документ. Обследование пройдено, признан аварийным. Восстановлению не подлежит. Если подлежит, там это будут огромные деньги. Нарушено основание опор моста. И оно нарушено не только этим ледоходом, в целом. В этом просто уже поправили. Поэтому оно аварийное. Тут уже вопросов никаких не должно быть. Нужно будет его в таком состоянии не оставлять, потому что дети ходят, все. Нужно полностью демонтировать до основания на дне. Демонтировать малый мост начнут уже в ближайшее время. Аким города отметил, что это очень большая работа и займет около 3 месяцев. Алексей Краснов, Илья Досмагамбетова, РТН.